примеру, я не по три раза стак, если у меня 15 стаков земли. Я один стак сейвлю, чтобы по каждый раз было 4 луна. Я по 3 луна сливаю, Керс. Тогда странно. Угу. Просто реально, вот, блядь, Крополит ДПС. Ну. Просто если смотреть по урону, по трэшу... Жнёк, сколько тебе СП? Неужели у нас такая разница большая? 5500 с тотемом. Сейчас вот 5500 у тебя? Да. Ну у меня 100. Тогда я ничего не понимал. У меня 5600. Да я же писал. У меня из-за погоды задержка. Я ж пишу. У меня тоже подлагивает. Только я не знаю, из-за чего. Ну, блядь, у нас погода, я вообще через телефон сижу. На тот, тому вообще пизда интернет, через телефон чуть-чуть подтупливать. Вот и все. Из-за этого если общий меньше. Смотреть... Я ничего не могу сделать. Я если общий смотреть, максимум... общего у нас примерно почти одинаково у всех получается. Ну, там, ну, грубо, да, говоря. Примерно почти одинаково, да. Учитывая, что ты 279-й, вот у тебя... А у тебя сколько СПД? У меня вообще, учитывайте, что у меня даже кольца за репы нету. Да это пофиг. Да нет, это не пофиг. Ну просто смотри, СПД у меня... уже больше. У меня на 150 СПД больше, чем у тебя выходит. Молодец. Ну, да, типа ладно, то, что я тут выше всех среди элемов, тут понятно почему. Даем бафы, дайте джипс. Если... Вот он съехал. Поехали. Вижу. Не знаю. Я сегодня лагаю. Только это... Трай. У нас раньше... Мы перебегали, у нас было проще. Все лужи не прилетали в одно место и не шотали. Мы были под сопротами. Перебегали. Блядь, тауна... Понимаешь, это идентичная вторая фаза, блядь. Если вы тут не можете перебегать, блядь, на второй фазе вообще... Это точно такая же вторая фаза будет. Перебегают люди, в принципе. Мы вон умираем, только если у нас залагает. И слишком заиграемся. Даю проверку. Лапки нету. Мазер готов. Еще раз даю проверку. Рыбка была, мазер. Что с мазером? Чего не хватает? Рыбы, говорит, нет. Ставил рыбу. Тимыч, стоишь, блядь, под боссом практически. Ты дисплеишь людей, на тебя лужи не кидаются. Рада, готов? Ну-ка, дайте. Все, все готовы, давай. Чё. Нужно подойти. Раз пошел. Перебежали. Каст пошел. Прибежали. Вот сейчас было опять этот ад спереди. Это не мы с Коника.
Мне кажется, это от Тимыча. Я сейчас наблюдал. Он в танке не может. Раз пошел. Перебежали. Забрал. Раз пошел. Перебежали. Рады. Сейчас пошел. По боссу сильнее. Жаль. Ну сейчас Войда прилетела. Пошел. Перебежали. Коника. Мады. Раз пошел. Добежали. Одного осталось. Еще и босса сильнее. Раз так. Забираю. А может ближе к луже подвинуться? Каст пошел. Прибежали. Да, летит в Тимыча. А... Я и говорю, я видела это. Дальше, да? Фиксируйте. Понял. Раз пошел. Прибежали. Ревность. Собираю. Тюнер, тюнер. Раз пошел. Прибежали. Моба. Раз. А, стоп. Да. Ну и чё? Пал. Поднимайте. Забираю.
мина вот этой берсы. Сегодня по боссу хуярим. Два тела лежат еще. Сказал, поднимайте, ВРМ. Каст пошел. Каст. Перебежали. А чем вы мне гер дали? Она должна была ко второй откатить. Босса. Босса хуярим и мобов продаем. Там плюс 5 секунд еще. Раз. Пробуйте. Выбежали. Позже стоим там. Приведите его чувак. Ну аура убьет. Аура убьет просто. Именно три вида хуел. Не, ну просто больше еще на порядок ДПС надо. Смотри, там нижние строчки. 10% апа надо, так спектность ММа. Мазар, иди на ММа. Вот разведи на самый последний ДПС. Был бы он как... Ну да, анонс. Вот если по боссу смотреть. Анонс один раз пропустил. Я потому что в основном пытаюсь по трэшу играть, и мне, чтобы босса бить, мне надо ближе подходить всегда. То бишь, у меня дистанция короткая, мне всегда надо подходить ближе. А так, в основном, я свечусь в мобов. Весь ДПС садую в них. Один раз проебался с анонсом, сразу минус. Да. Я вот, допустим, не из-за того, что ты не проанонсил. Я этот каст видела, я бежала. Поскольку часть людей бежит чуть вперед, я из... У меня каст босса перед мордой, грубо говоря, на посередине экрана. Я его просто не могу не заметить. Мазар, заходи на ханта, потом ливнешь хантом. Будет там 5%. Будет 10% и ДПС ты больше дашь. Где? Кто-то дает меньше 20-ки в босса? Есть такие? Босса? Ты мне говоришь, что бы сейчас? Сейчас как скажу. Я про себя и говорила. У меня ДПС 17400. Ну смотри, если убрать тех, кто бьет только трэш... Давай сейчас по общему посмотрим. Ну вот последние позиции, да? Розелина, Энджи, Прости, Никит. Но у них, если посмотреть по боссу и по трэшу, Розелина 9 по трэшу. Если смотреть по боссу, то все шипешки в первых 5 позициях и Никитус. По трэшу. Про какие статы он говорит? Каких статы? А, грили что ли? Не, ну сейчас 10% апа должны и рогу апнуть. Хорошо. 10%. Косарь, наверное, целый. Да, у меня 10% это косарь. Ну вот, плюс хант, пал, паладин. А хосты не... А, у нас же не били рейд. Что там, шаман? Дай проверку.
С много там мазеров нет еще. Смотрите мазера. Кто он в инфе? Давайте баф. Еще раз даю проверочку. Метки съебались куда-то. Вторая фаза. Вторая фаза, все будет. Так в итоге, кстати, эти перья летели в Тимыч. Походу на. Я вам два раза сказала, что это в Тимыча, вы мне не верите. Похоже, что он в форме медведя, поэтому не считается за танк. Ну, а кислого же не кидалось вроде. Ну, может, ему просто бой надо начать с медведя, а не стоять. Тимыч здесь? Да. Что у тебя? В чем-то проблемка у тебя? А если просто Тимыч будет в форму входить, когда будет перелить? Не должно. На кислого не кидается же. Так кислый в форме всегда. Босс запоминает на начало боя, кто в чем был. То есть ему надо начать этим танком. То есть все друиды в мишку прыгают и пуляют. Каждый танк подмякал и все. Попробуйте. Паладины, трикевары, блядь, да. Все полностью. Танк пожмякали, чтобы на них не кидалось эта хуйня. Каждый по чуть-чуть потанчил босса и заебись, уже перья не летят, да. Так, все, все готово. Все готово, становимся в метку. Давай отчет. Летено. Раз пошел. Перебежали. Раз пошел. Перебежали. У них аккуратно. Мобам. Забрал босс. Босса уже бей, одного моба бьет. Раз пошел. Прибежали. Вежу и уходите. Забирай. Моба. Ну,
раз пошел. Перебежал. Сдвиньтесь в ром сейчас. Мне кажется, или их 5 стол. Ром, сдвиньтесь. Босс. Раз пошел. Прибежал. Сейчас ДПС хватит, только никто не сдохнет. Я ушел. Что там по статам? Секунду. Забираю. Раз, Паша. Прибежали. Оба. Иннер ПДЦ. Поехали по маму. Семья. Раз пошел. Перебежали. Два моба, может быть. Забираю босса. Раз пошел. Прибежали. Моба. Раз пошел. Прибежали. Босс. Прибежали. Стопните сейчас. Все по мобам сыграйте. Все в мобам. Женёк. Весь рейд по мобам, даже шипешники. 0.3. 0.2. 1.1. Полностью. База. Добейте ебучих мобов. Побежали. Не добьются. Дайте бан по одному. Дайте ж дальше вашку. Как закончил. Стали все в одну точку. Приз, дай хп на хп. Тимыч, на следующую платформу. В одну точку вставьте. Тимыч, блядь, дальше беги. Левому краю. Тимыч, дальше беги, блядь. Мне встать между тобой? Тимыч, ты слышишь, ты на следующей платформе, блядь. У нас рассеянность.
Звезду. Все в звезду. Денчик подхилишь, Торы с него здесь поедешь. Я слабый. Первая ярость. Денчик, подхиль его. Шторы диспелишь. Где? Владение пламени. Перебежали. Планика прохил. Димок взорвется и пустит. Не, встаньте. Шторы прохил, Денчик. Опять. Сложно друида просилить, Тимыча просил. Сейчас опять вправо бежим, а потом в первую точку. Тимыча проебал Денчик, блять, вы конченые хилы, блять. Падение. Бежали. По контроль. Моба. Давайте, старый первый. Я дал, блин, 3/3 Я так что-то забывала. Давай, Женек. Дети мопов. Лужи появляются. Ну, я же говорил вчера. Появляется? Ну-ка. Да. Вон. Ясно все. На этот раз я даже записывал, если хотите, могу записать. Блин, ну я вчера говорил, короче, по ДПСу, как выходят ады, мы должны добивать одного феникса, чтобы перескакивать уже на вторую платформу, на третью, и начать кайтить этих адов. Вчера Монород это говорил, я говорил, но никто не поверил, сегодня я записывал это, могу скинуть. Денчик, шторы, в чем проблема, блядь, какого хуя вы не можете прокилить двух танков? Блять, шторы диспелит, блять, Тимыча. Тимыч, почему ты на этой платформе, блять? Что ты забыл на моей платформе? Говорю, что ты забыл, блять, первоначально на моей платформе? Я тебе обозначил платформу, блять. Почему тебя там не было? Охуенно ты обсчитался, блядь. За тебя, блядь. И за Денчика с этим Лёх рейд сейчас. Понимаете, блядь, вы конченые, блядь. Постоянно, что вчера вечером, что сегодня, это, днём, блядь. Вот это, блядь, первая, вторая платформа слева, блядь, хилы не выхиливают. Танки, блядь, нихуя вообще там нет. Ну, то есть сейчас Коват нормально все отстоял. Тимыча не было вообще на месте. Тимыч, а ты Дискорд нормально слышишь? Ну, я, блядь, кричал 1000 раз, блядь. А ты стоишь, блядь, ноль реакции. Ладно, вы лучше скажите, что делать с лужами, которые после мертвых мобов появляются. Да все, пиздец, контролить мобов надо. Я говорю, блин. К тому моменту, как появляются ады, нам нужно слить мини-феникса. Короче, это, что делаем? Все, возвращаемся к старой тактике? Нет. Мы возвращаемся к тому, что, блядь, кончены хилы и танки. Блядь, вы можете выжить на, блядь, первой платформе и второй платформе слева, блядь. Вам нехуй там вообще делать, вообще, блядь. Хиль стоит танков и все, блядь. Ну реально, я вообще не понимаю, в чем проблема. По мне хилать проходило. Алло, а так спал. Я вон Алара запомнил в таргете. Я вижу, когда будет каст, я перебегаю и все время отвернут от рейда. Чисто это спиной подхиливаю весь рейд. Чего вы не можете сделать точно так же, я хуй знает. Я вообще не понимаю, вот блять, как вы можете не прохилить танк? Денчику хил порезало и все. Мне по 3к прилетало, а больше урона было, и все. Денчику порезало хил. Там шторы находился, который диспелил Денчик. Вот я шторы. Шторы. Ну, Денчику продиспелил, он полноценно хилит. Ну, мне не было прохила, он меня хилил, прохила не было. 3к и все, больше нет. И сам себя я хилить могу, потому что на мне дебаф. Лёха, там же говорю, там исходящий и входящий от хил режет. Я понимаю, смотри. Поэтому я тебе говорю, там...
три хила стоять. Два. Я смотри, тоже смотри, там стоит. Да при чем тут три хила ебучих, блядь? Стоит потому что танка, они выхили. На которых минус от хила нету. Стоит, и, кстати, блядь, я вместо друид стоит Холли Пал, блядь. Холли Пал двоих танков может хилить, блядь. У него нету ни дебафа, блядь, на минус от хила. Нихуя вообще. Он не сможет поднять друида под минус хилом, понимаешь? Холли Пал не может поднять друида под минус хилом. Блядь, нет, не сможет. Ну... Ну, Денчик, линкани хил, который ну, проходит по сторонам. 3К было, он меня хилил, 3К, все. Свет небес, это по 3К идет. Ну, просто линкани, свет небес, 3К. Чтоб Леха понимал, что она 3 хила. Он вчера тоже про это говорил. И, кстати, с этого... Вот так, смотри, я с диспейлить не смог. Я жму диспл, он не снимает. Он за каждый тик, только каждый раз диск должен нажать, понимаешь? Там много стаков было. Ставлю оттуда третьего хила, что изменится? Они будут его вдвоем держать, этого друида, который будет диспелить. Они удержат его. Ты понимаешь, друид, блядь, это друид, блядь. Если бы я был без дебафа, я бы прохилил, допустим. Диспелил, блядь, это. Прыгнул форму мишку, на этот нажал дубовую кожу, блядь, и стоишь, ждешь, блядь. Это друид, блядь, у него выживаемости я ебал просто сколько. Даже его если не хилит, тут только одна аура хуярит. Понимаешь, одна аура только херачит. Аура херачит под саппортом там по 1500. Сколько надо, блядь, чтобы эта аура протикала? Наверное, минуты, наверное, две, чтобы она убила, блядь, друида. Под саппортом она по 1500 херач. Посмотрим, что убило друида. Только иссушающая аура, наверное, да? Омоложение 900. Так, покровительство 2000. Символ света небес 400. Не смотри, он частицу на танка вешает. Ой, частицу на друида вешает, хилит танка. По нему прохил такой говняный идет. Ну, получается, он просто от ауры сдох. И все. Ну, понимаешь, друид дохнет от ауры, которая хуйню вообще бьет, блядь. Ну, вон он теленканул, он не может. Так, а сколько да он бьет? Я хилил и себя, меня хилил и Денчик, и я себя не смог прохилить никого. Так, понимаешь, у меня получается каст. Я костовать мог просто эти ходки кидать, все. Так, тут записано 15 секунд. Аура его бьет по 2500, 2800, 2900, 2500, 2100. Ну, 2000 аура. Из отхила его хилит омоложение по 900 тик. Значит, покровительство 2000. Ну, представь, да? Замедленный каст, покориться, доставать не ларик. То есть нужно себя захотать омоложение плюс жизни цвет, правильно я говорю? Кто там, друиды есть? Я прибежал туда с 0.5 хп, пока добежал. На мне был дебаф. То есть хилить уже массово я себе не могу. Только хоты. И все, мы там чуть постояли, все, я слег. Хилили танка, хилили, появился дебаф, все. Не мой перехил, не Денчик, а перехил не смог отхилить весь этот дебаф. Или что там было. Ну, короче, это не варик на хиле, чтобы эта хуйня была. Да при чем тут ну, это? Ну, чтобы сейчас сняли дебаф. Ну, а как? А я не знаю, а как, блядь, сколько мы пулов вот дали? Мы вчера сколько дали? У вас стоит два танка ебучих, блядь. У вас стоит, блядь. Ты друид, которому надо просто, блядь, жить, блядь. Забиться, блядь, забейся полностью в хп, блядь, если ты не живешь. Так он вообще хилить Сапо, будет, блядь. Сарки на саппорт от огня сделай. Я в душе не ебу. Ты только должен здесь жить, блядь, и все, чтобы сдиспелить один ебучий дебаф. А Денчик стоит, у него нету ни дебафа, ничего, блядь. Он стоит так, просто... Лёха, ты понимаешь, что он Денчик, его не захилит никак? Потому что, во-первых... Если он будет кастовать в этого ебучего друида под дебафом, который сдиспелил с Денчика, блядь, он проебет танков. Ты нормально? Частица-то на танке.
Смотри, я хоть в один играю 1000 времени, блядь. Стоишь хилом, кидаешь частицу, сука, на ебучего друида, блядь. И хилишь танков, блядь. Все, что тебе надо делать. А вы не забывайте, а Денчик, что еще фениксы дебаф кидают на рейд. Может, Леш, попробуй дебаф, эксперимент. Попробуй эксперимент поставить туда Холи Паладина и Рестор Шамана. Он даже под стаками сможет немного подкастовать волну. Я так делала под стаками, в принципе. Я думаю, это потеря шамана бесполезна. Но как вы хотите? Ну, блядь. Понимаете? Вам либо 3 хила туда, либо 2 таргета хила, который все-таки с дебафом хоть чуть-чуть вон, Леха может Леха говорит, хилить. Нужно хилить, короче, частицу на друида. Как Денчик сейчас вешал? Я как? В душе не ебу как Денчик, как ты вешал? У тебя 2 танка. Он на кого-то дал. Тогда и, блядь, на кого-то. Дай на друида, ну, скажи, еще 2 танков. Ну скажи, ты даешь частицу, блядь, на ебучего кого-то, который, блядь, проживет там вечность, и стаки еще, блядь, может сбросить. Нахуя? Если ты можешь дать, блядь, частицу, блядь, на друида и стоять свет небес, кастовать сначала в одного танка, потом во второго, потом в одного, потом во второго. Параллельно себя шоком небес поднял и стоишь дальше в одного, во второго, в одного, во второго. И хилишь 2 ебучих танков, нихуя никаких проблем, блядь, и все просиливается. Ну я хуй знает, нахуй. Лёш, проведи эксперимент. Блядь, что один Холи Пал, что второй Холи Пал, блядь. Не могут, блядь, прохилить 2 танков. Это делается, блядь, вообще на не, Денчик, нет, ты просто, ну, нет. Блядь, просто он, ну, по опыту говорит. Нет, на самом деле это все ладно, это заебись. Просто, что делать с лужами? Моб умирает, лужи появляются. Надо же что-то по-другому делать. Замедляйте мобов и все. Ну, так а замедляем, они по воздуху ходят. Блять, лужу шаман дает сначала один, потом второй, потом третий, потом четвертый. Нихуя когда в жизни дойдут. Ну так значит, сова нужна с тайфуном, правильно? Да не надо тут сова, блять. Они будут это. Или аудесера и все. Даю проверку. Что с хилами, Лёш? Все то же самое. Проведи эксперимент. Если я тебе говорю, шамана отправь туда и паладина полегче. Если будет. Будут справляться, значит, блядь, будет печально. Да при чем тут эксперимент, блядь? Я сам лично понимаю, сколько влетает урона и сколько, блядь, может хилить Холи Паладин, блядь. Я на паладине сам играю, хуй знает сколько времени. Просто, блядь, что один Холи Паладин, что второй, блядь, не могут 2 танка прохилить. Ну вы серьезно? Холи Паладина свет небес хуярит по 40 тысяч, блядь. И вы не можете 2 танков прохилить. Конечно. Мы сейчас как бьем-то в итоге? Все то же самое. А мобов убиваете, бьете все это. Бьете все, блядь, ебучего мелко. На луже. Мобов замедляете просто и держите по максимальному контролю. Все. А лужи выносите все ровненько. Ты выносите. Костя, давай. Я буду. У нас пропали метки, а на второй фазе мы тоже что будем? Есть Костя. Людям похуй на метку, блядь. На второй фазе ты видела, как все стоят? Людям похуй на метку, мне она не нужна. Я читала, да. Как же все с вами сложно, ребята. Что Холи Пал не может прохилить, что Рестор Друид не живет, блядь. А с лужами что делать, которые будут лежать на том месте, где моб умер? Их же оббегать да это надо. Да мы, а я матов, ты слышишь вообще? Ну так... Надо. Мы им даем за медло, у нас, блядь, когда эти 10 адов появляются, у нас у него остается 20%, блядь. А, я понял. Меньше. Мы адов не сливаем, блядь, они просто замедляются, и все дальше продолжают туннелить мелкого. Убиваем мелкого, разливаем еще одни лужи, перебегаем на следующую. Остается там, допустим, блядь, сначала один шаман, который их замедляет, плюс там этот, Фарада останется. Все остальные второго хуярят. Разнесли лужи, первые на макс рендже, потом вторые на макс рендже, блядь. Ну, и это, замедляйте, добивайте второго, все. Даже если что, у лемов есть откинуть, блядь.
Плюс есть, блядь, этот... Кстати, по поводу откинуть. Я так и не скинул. Все... Плюс... Тимыч. Все готовы. Надо символ менять, чтобы откидывать. Вот просто, блядь, надо двум танкам там жить, блядь, и двум хилам жить, блядь. Где нет, того сделать не мог. Друид холипал. Раз. Прибежали. Прибежал. Убрал. Могу. Прибежали. Старик. Блять. Эльфон забираю. Забираю. Перебежали. Моба. Прибежали. Перебежали. Опа. Заберу. Попал. Моба, моба. Забираю. Каст. Прибежали. Моба. ЗЗ.
Сегодня потрашу. Сейчас дойдут. Все нормально. Хаст. Прибежали. Точнее, все стоим. Блять, ладно, забавно. Спали. Каст. Прибежал. Тюнинг, тюнинг. Хорошо. Полторы минуты до версии. Да, босс, нормально. Каст. Перебежали. Выбирай. Десять. Сколько добежишься? 58. 2%. 1%. Стоите? Нет. Все, сейчас. 10 мобов будет. 5 мобов будет. Он каст начал. Каст начал, значит будет 10. Ох, разбежались. Руида там прохилить. Ну давайте. Энджи по дисплейдаш по рейду. Маги нет, тоже могут. Звезду, звезду. Падение пламени. Не, вы был. Сейчас замедляете, то максимум бьете первым. Мне сразу тебе это не сбежать, не ам кошмар. На середине стой тут. Меня мухи. Ну я после каста прибегу то. Может, это каст. Первая рассеянность, вторая ярость. У нас фир. Ям, ям, ям. Рейда фир, не обосритесь. Всем быть. После каста. После каста таунт. После крика. Сразу. Да. 3, 2, 1, перебежали. Сага. И сто. Мобов по максимуму надо будет замедлить. Тихо. Сни, сни. Отвернулись. Каз. 3, 2, 1, перебежали. Замедляем. Я словил. Тихо, блядь. Замедлите мобов, куда эти станы? Подвернулись. Стан, блядь. Где замедление? Мы бьем мобов, а нам фир въебало летит, потому что мы смотрим. Нахуя вы мобов бьете? Вам это замедление надо там бить и бить, блядь, было мелкого. Там, было там замедление. Мелкого не хватает дамага убить. Они доходят просто до мелкого и все. Вы не можете, блядь, замедлить мобов просто, блядь. Они были замедлены фулл. В смысле, они замедлены, мы же, когда замедляем, мы же смотрим. Они шли со скоростью 75% меньше, чем от обычных. А че не слили тогда первого, блядь? Ну, ДПСа нет на первого. Да там мобов били, они в они этого мира. Да кто бил мобов, там да пол рейда в игре стояло. Кто бил мобов, кто замедлял, блин. Да хули толку, ну, так, ДБМ, блять. По ХП мобов видно, что их били. Короче, били, но не все, потому что пол рейда в эфире стояло.
Нахуя вы мобов били, ребят? Да не бил никто мобов, не бил никто мобов. Мобов била лужа только шамановская, которая дает замедление 75%. Мобов никто не бил. Ну, за то время, пока вы отворачиваетесь, я могла эту лужу кастовать. Я, собственно, так и делала. Почему-то я фир не поймала. Я даже не раз. А вы бы потом повернулись и подбили бы. Ну, а фир слабила вообще, нет? Давай, это самое, простя, это самое, следующие траи, это запишите мне название дебафа фира. И сало, пожалуйста, если вешается в каст. Я эту говно себе запишу в воду, блядь. А много кто фер словил вообще? Да. Да хера там вообще. Много. Кто дебаф название не знает, никто фера нахуй. Никто не прочитал? Ну-ка. Короче, когда анонсится крик, блядь, и у вас фир, вы должны что сделать? Просто, блядь, отвернуться от него на 2 секунды буквально. Там же, блядь, пишет посередине крик за 2 секунды. Я не понимаю, в чем сложность вообще. Пианист, мне уходить надо. Да все уже. Название никто не... не... Фирка, дослабливаешь. Никса. Как? Какой-то крик. И все. Крик? У адмирала, он точно тебе скажет. Ладно, ладно. Все ясно, боимся. Блять, я вообще не понимаю. Вот реально. Вот, блядь, ребята... Как можно ловить фир ебучий? Прости, слышишь, слови специально фир нахуй на следующих траях. Прочитай название, чтобы я точно а то нахуй его никто не читает никогда. Нахуй надо, хули там третья категория, нахуй туда мышку даже никто не наводит. Есть, блядь, это хуйня. Скажу потом, блядь, другого компа. Ты имеешь в виду, если кто-то ловит фир и на него добавляешь? Мне, да, мне этот дебаф нужен, чтобы я в Вуду видел, кто его словил. Я говорю, у адмирала, он все дебафы. А вон, или Леха, или адмирал мне скажет. Просто... Если бы я стоял время, я бы видел, у меня на хиллботе. Показывай. Я себе на Вуду тоже запишу, блядь, чтобы смотреть реально. Я на хиллботе не записывал, я не знаю, как ты попал. Я не записывал, но я так.